Первая номинация, вот, это абсолютный лидер среди банков, который показал максимальный результат как по количеству упоминаний, так и по качеству упоминаний. Как сказал только что Олег, абсолютным лидером стал Государственный ощадбанк Украины. Мы бы хотели сегодня воздержаться от оценочных суждений. Мы поздравляем этот банк. Команда честно работала, но думаю, что и команда тоже понимает, что у нее был большой бонус со стороны информационных поводов, со стороны регуляторов. Вот, ну, и этот банк, ну, качественно и квалифицированно эти информационные подачи, которые шли со стороны регуляторных органов, отрабатывал. Вот, что касается банков, которые не заняли первое место, то есть вот тут вот есть пятерка лидеров, мы хотим тоже очень поздравить, ну, к сожалению, позиция лидера она одна, но мы понимаем, что они работали просто совершенно в других информационных условиях, скажем так, без информационной поддержки Нацбанка, Минфина, вот, и поэтому их вторые, третьи, четвертые, пятые места, они, ну, тоже ценны, и они достойны уважения и, ну, признания профессионального подхода со стороны команд, которые занимались медиа-моделями в этих банках. У нас есть огромное количество дипломов. Давайте мы, может быть, их просто будем отдавать, ну, в конце мероприятия, или я могу вот после каждого слайда отдавать, как удобно. Давайте решим. Мне удобно в конце отдать. Хорошо. Вот. Переходим к следующему слайду. Если можно, давайте буквально несколько слов. Олег, открой слайды, которые касаются репутационных блоков. Для тех, кто не знает, думаю, что не знают многие, наша компания анализирует медиаполе банков в разрезе 5 тематических репутационных блоков. То есть их 5. Это блок «Бизнес». Вот здесь вот указаны темы, которые зашиты внутри блока «Бизнес». Это блок «Продукты», это блок продвижения продуктов, маркетинг, это блок «Внешние коммуникации», это блок «Внутренние коммуникации». Если говорить, ну, об общих тенденциях, то, безусловно, огромное количество информации банки в минувшем году генерировали, которая касалась блока «Продукты», что свидетельствует о том, что в начале прошлого года банки, ну, как бы собирались активно работать и собирались активно кредитовать. Вот, в связи с этим уменьшилось количество упоминаний банков в разрезе такого блока, как «Бизнес», и в разрезе такого блока, как «Внешние коммуникации». Ну, это если говорить, ну, как бы об общих трендах, да. Теперь давайте, ну, собственно говоря, перейдем и посмотрим, какие банки у нас заняли лидирующие позиции в разрезе репутационных блоков. Это блок «Бизнес», это важный блок. Вот здесь мы видим, что банк, который занял первую позицию по количественному показателю резонанса, это «Укрсоцбанк». Банк, который занял первую позицию по качественным характеристикам резонанса, это «Сбербанк России». Мы поздравляем победителей. Если можно, Светлана, ты скажешь, да, чем обусловлены, ну, вот такая расстановка мест внутри данного блока? Блок «Бизнес» является одним из самых многочисленных по представленности банка в разрезе него и является, наверное, одним из самых важных для репутации банка. Первое место Укрсоцбанка обусловлено в 2011 году в первую очередь резонансом публикации о слиянии с «Юникредит», а также информации о результатах финансовой деятельности и обнародованию публичной стратегии и освещению в СМИ деятельности акционеров банка.
Первое место по качеству Сбербанка России обусловлено тем, что банк огромное внимание уделял в 2011 году новостям о результатах финансовой деятельности. Лично председатель правления активно комментировал планы по развитию банка, то есть которые касались увеличения прибыли, роста доли на рынке, а также намерения войти в группу крупнейших согласно рейтингу Нацбанка. То есть такая активная позиция председателя правления и размещение значительного количества пресс-релизов привело к тому, что Сбербанк России занял первое место по качественным показателям медиаполя.